Всем привет, уважаемые зрители моего канала. Сегодня я вам демонстрирую моль, сидящую на обоях. Вот такая вот замечательная моль, цветастая. Снимаю я объективом на Amont, на Sony Amont, который называется Sony SAL 1870. На него нацепил я кольцо-обратку в его резьбу 55 мм для светофильтра. Накрутил кольцо-обратку и перевернул объектив. И получается вот такое вот увеличение. На самом деле увеличение может быть еще больше, но я сделал так, чтобы вся моль влезла. То есть увеличение может быть еще раза в 3-4 выше. Но мне и этого хватит увеличения. Снимаю я на ISO 2500, поэтому будет немного повышенный уровень шумов на видео. Но за счет того, что вообще увеличения нет никакого цифрового, то картинка должна быть приемлемой, я так думаю. В принципе, должна быть приемлемая картинка. Я на это, по крайней мере, надеюсь. Снимать моль буду долго, так что запаситесь терпением. Возьмите чай с печенюшками, приготовьте себе на кухне и наблюдайте за этим действием. Возможно, я буду минут 20 записывать, а может быть еще больше. Как вот моль шевелит усиками. Так, ну сейчас пока замолкаю, наслаждайтесь видом моли. Сейчас подрегулирую ISO на 2000 сделаю, чтобы чуть-чуть потемнее было. Вот на 2000. И чтобы было поменьше шумов на видео. Так, сейчас качество должно сильно улучшиться видео. Кошка ломится в дверь, слышите? Мяучит, но я ее не пускаю. Вот, ломится. Слышите? Должны быть звуки слышны на видеозаписи, потому что микрофон тут чувствительный. Должен все прекрасно записывать.
не пустили кошку. Сейчас закрыл, чтоб кошка не вломилась. Закрыл дверь. Ой, задел сейчас локтем штатив. Сейчас немного подрегулирую на рожице моли, чтобы фокусировка была. Опять ломятся. У кошки сейчас период брачный, так что ей нужно жениха, кота, чтобы котята появились. Но котята у нее, конечно, никогда не появятся. Это уже факт решенный. Так что будет кошка без котят и без кота. Так, наверное, 10 минут запишу, потому что уже матрица перегревается. Не буду долго записывать, потому что, чтобы матрица не перегрелась. А матрица перегревается из-за того, что лампа очень близко к фотоаппарату. Нагревает фотоаппарат. Значок перегрева матрицы появился на экране беззеркального фотоаппарата Sony Alpha 5000 моей беззеркалочки. Так, ну вот 10 минут видеозаписи. Сейчас еще 1-2 минуты и, наверное, заканчиваю. Потому что тут уже вот другой вид тени, да?
11 минут. Еще одна последняя минута, и все. Моль что-то голову наклоняет в разные стороны. Вот, видите, она наклоняет за светом. По-моему, голову наклоняет. Видно немного, да? Смотрит на свет. Вот сейчас вправо свет веду. Она вправо голову наклоняет. Влево, влево. Сейчас опять вправо наклонит немного. Вот. Сейчас опять вправо. Так, но видео, наверное, получилось нормальным, да, по качеству. Я качество могу контролировать только по экрану, по дисплею без зеркалки. Потом еще на компьютере посмотрю. Ну, по-моему, должно быть нормальное качество. Вполне приемлемое. Так что на этом видеозапись я свою заканчиваю. Всем всего хорошего, всего доброго. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч на моем канале. Всего вам наилучшего.